В ритме гор с таким названием в культурно-досуговом центре «Юность» уже второй месяц работает кружок игры на армянском барабане. За короткое время его участники уже успели покорить не только жителей Новомихайловского, но и Туапсинского района. О постановке удара и ритме гор в нашем следующем материале. 8-летняя Мария Бойко в очередной раз бежит на занятия. Немного опаздывает, плотный график. Свободное от учебы время она тратит на искусство. Танцует в ансамбле «Черкесия». Кроме этого, теперь отбивает четкие и точные ритмы в догол. Уже здесь хороший руководитель, дисциплина есть, хорошо все обучаю. Догол – двухсторонний кавказский барабан. Этот инструмент популярен в Армении, Грузии и Азербайджане. Традиционно звук извлекается руками. Ранее догол применялся в военных походах. Сегодня он сопровождает танцы и шествия. Чтобы овладеть этим инструментом, нужно немало усилий, хороший музыкальный слух и идеальное чувство ритма. Ребята разносторонние, им все интересно. И все, как говорится, все положительно. Их не интересует все другое, что находится, то есть на улице, опять же, вот эти гулянки, не гулянки, они все время, все свободно, они проводят здесь. Всего в коллективе занимаются 15 человек, самому маленькому 6 лет, но с барабаном он справляется на уровне взрослых. Совсем недавно ребята стали лауреатами престижного краевого конкурса «Адрес детства Кубань». Неоценимую помощь участникам коллектива оказывают поклонники детского творчества. Несколько дорогих барабанов, на которых обучаются ребята, подарили неравнодушные жители поселения. Я удовольствие получаю от этого. То, что занимаюсь в таком коллективе. Здесь хорошие ребята, хорошая окружность, хороший руководитель. Любим. Нравится нам этот инструмент, наш еще национальный инструмент. На первый взгляд, бить в этот инструмент проще простого, но стоит увлечься и начинаешь постигать все тонкости этого занятия. Ритм, громкость и согласие между исполнителями. Тогда понимаешь, удар в барабан – целое искусство. Артем Зитунян, Денис Гилев и Изабелла Аксютичева, телеканал «Орленок ТВ», «Ритм гор».